За 11 месяцев прошлого года юрлицы и индивидуальные предприниматели республики получили займы на 586,5 миллиардов рублей. Это на 40% больше, чем за аналогичный период 2022-го, сообщили в Нацбанке Башкортостана. Из общей суммы на крупных заемщиков пришлось 270 миллиардов рублей, что на 3% больше. Объем кредитов, одобренных малому и среднему бизнесу, составил 316 миллиардов. Это в два раза выше показателей 2022 года. По словам экспертов, спрос подстегнули ожидания увеличения ключевой ставки Центробанка. Где-то, наверное, с лета начиная, стало понятно, что ставка ЦБ будет дальше расти. Первый шаг был в августе, в сентябре, и дальше пошло повышение ставок. Поэтому бизнес побежал за кредитами. И вот такие рекордные выдачи у нас за 2023 год произошли действительно на 40%. В Башкортостане предприниматели больше взяли кредитов. Эксперты прогнозируют уменьшение объемов выдачи кредитов в ближайшие пару месяцев и считают, что рынок готов к снижению ключевой ставки. Соответствующего решения Центробанка они ожидают летом текущего года.